Грандиозного концерта Светланы Лободы на стадионе «Черноморец» не будет. Запланированное на 3 сентября выступление украинской певицы отменено из-за угроз праворадикалов. Об этом у себя на странице в Facebook сообщил одесский продюсер Артем Вознюк. Он написал, что еще на старте подготовки к музыкальному событию в его адрес начали сыпаться угрозы со стороны ряда активистов о том, что они не допустят выступления, по их мнению, пророссийской певицы. А в начале августа против концерта Лободы выступил губернатор Одесской области Максим Степанов. Вот что написал в соцсетях организатор отмененного концерта. Если патриотизм проявляется в бросании петард и дымовых шашек под ноги женщин и детей, пришедших на концерт, как это было возле клуба «Ибица», если патриотизм мужчин проявляется в борьбе с девушкой, артисткой, на концерты которой ходят десятки тысяч людей, то это выглядит очень странным, мягко говоря. Я скорее назвал бы это шантажом и беспределом. Безусловно, в этой обстановке угроз беспорядков, а значит опасности для одесситов, понимая обеспокоенность губернатора и главы полиции Одесской области, мы вынуждены отменить этот праздник. Увы, тысячу раз увы. В конце мая Светлана Лобода уже пыталась выступить в Одессе, но после столкновения радикалов с полицией ее концерт в ночном клубе «Ибица» в последний момент отменили.